Всем привет! Сегодня я расскажу решение проблемы с ромплером Nexus 4. Если он, короче, у вас при открытии запрашивает пароль. Вот типа, вы зашли? Вот такая херня. Значит, как это лечится? Следующим образом. Заходим в Windows. Дальше. Заходим в System 32, вот, пошагово. Потом заходим в Drivers. Потом открываем папку ATC. Видим папку скрытую хост. Открываем ее с помощью блокнота. Вот. С помощью блокнота. И видим. Вот здесь. Location, localhost. Мы берем сюда, прописываем вот это значение. 4.0.out.refix.com. Закрываем, сохраняем. Потом берем, удаляем ваш предыдущую версию Nexus 4. По новой, потом ее инсталируем, запускаем. И вот показываем результаты. Так, Nexus 4, вот, все, после этого Nexus 4 нормально работает, запускается, все работает. То есть сделать пошагово, так как я вам показал, и будет вам счастье. Отлично. Ну, как-то так.